Доброго времени суток, дорогие подписчики и просто случайные зрители моего канала. В данном видеовыпуске я хочу рассказать вам об одном весьма интересном турецком проекте под названием Ethereum Arash, который позволяет всем нам стать майнерами, то есть людьми, которые добывают криптовалюты легко и, что самое главное, без каких-либо дополнительных дорогостоящих оборудований. Ведь наверняка каждый из вас хоть раз интересовался этой темой и знает, что для того, чтобы генерировать новые блоки в той или иной децентрализованной цепи, нужны технические мощности ни одного десятка видеокарт, что в свою очередь представляет собой крайне дорогостоящее удовольствие и позволить себе заниматься данным направлением может далеко не каждый. Однако команда-основатель Ethereum Arash разработала свою уникальную платформу, позволяющую всем нам без каких-либо дополнительных технических знаний, устройств и прочей аппаратуры использовать имеющиеся мощности наших домашних компьютеров для майнинга и ERCOIN-ов. Сразу обращу ваше внимание на тот факт, что данный токен разработан на базе протокола Ethereum и соответствует ERC-20 стандарту, что делает его крайне простым и доступным в использовании активом. Что же касается самих действий, то для того, чтобы начать майнинг, вам необходимо будет скачать на свое устройство программное обеспечение, которое, как вы видите, существует в трех экземплярах, каждому из которых подходит тот или иной софт. При этом совсем забыла сказать, что данное программное обеспечение работает в формате Proof of Life, то есть работает непосредственно на вашем устройстве 24 часа в сутки, что в свою очередь позволяет вам ежедневно майнить достаточное количество EER монет. Общая же сумма поставки монет составит всего лишь 24 092 240 EER токена. При этом раз в два года будет происходить сжигание монет, что непосредственным образом будет сокращать их количество в сети и увеличивать тем самым стоимость. Тем не менее, помимо программного обеспечения команды Ethereum Arash, в скором времени готова будет презентовать свой мобильный кошелек, с помощью которого вы сможете не только управлять своими криптоактивами, но и приобретать за их счет различные товары и услуги по всему миру. Что же касается вознаграждений майнерам, то распределяться они будут между всеми участниками автоматически, равномерно и справедливо, после каждого добытого 16384 блока. Более того, EER токен уже торгуется на таких биржах, как SystemCoin и CoinsBit, что уже доказывает нам его дееспособность и востребованность среди других участников рынка. Но чтобы узнать более подробную информацию о способах и условиях майнинга от Ethereum Arash, вам достаточно будет перейти в раздел описания под этим видео и ознакомиться со всеми предоставленными официальными ресурсами самой платформы. При этом напоминаю, что мои видеообзоры ни к чему вас не призывают и несут исключительно информативный характер, поэтому имейте это в виду, принимая то или иное решение. На этом же я буду с вами прощаться. Надеюсь, знакомство с платформой Ethereum Arash позволит вам по-новому взглянуть на майнинг и связанные с ним преимущества. Поэтому буду рада получить от вас обратную связь в виде многочисленных лайков и комментариев. Для тех же, кто еще не подписан на мой канал, можете исправить это и нажать подписаться. А также не забыть нажать на колокольчик, чтобы одним из первых быть в курсе выхода моего свежего выпуска. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. И помните, с вами была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока.